Добрый день, меня зовут Игорь Сушко. Наша команда занимается созданием и продвижением сайтов с 2008 года. И с 2009 мы решили, что разработка — это несколько не наша задача, и мы полностью углубились в продвижение сайтов. По факту сайты изначально, которые мы продвигали, это были наши клиенты, которых по факту мы и создали. Мы получили достаточно большой объем клиентов в продвижение, и за счет этого переход с разработки на продвижение сайтов был достаточно безболезненный. Мы работали уже, наверное, со всеми CMS-ками, но, безусловно, особой любовью у нас пользуется WordPress и, скажем так, особой нелюбовью конструкторы сайтов, Bittrex — это вообще отдельная тема. За счет того, что мы достаточно долго и много продвигаем сайтов, у нас уже сложилось некое представление о том, что сайтам необходимо делать, как их продвигать и с какими основными проблемами сталкиваемся. 90% сайтов, которые к нам приходят, они по факту нуждаются во внутренней оптимизации и как таковое создание сайта в принципе с нуля. У нас, скажем так, позитивная есть тенденция того, что сайты, которые к нам приходят, они, половина клиентов, они уже используют WordPress, то есть нам не приходится что-то переносить. Но те сайты, скажем так, которые приходится переносить, в принципе, можно сказать, отчасти мы благодарны тому, что существуют по типу сайт-конструкторы по типу Tilda и Wix, потому что, ну, это бы просто, если бы их не было, это просто сожрало бы часть нашей работы. Основные ошибки, которые мешают сайтам попасть в топ, в первую очередь можно сказать, что это ошибки с заголовком H1. В первую очередь грешат отсутствием заголовков как таковых. Зачастую это сайты всевозможных дизайнеров, фотографов. Они почему-то считают, что наличие просто хороших, красивых фотографий гораздо более важный фактор, нежели наличие каких-то там заголовков H1. С заголовками H1 достаточно большая беда. И основная масса сайтов, которые к нам приходят, у нас был сайт интернет-магазин корейской косметики. И вот так вот примерно у него выглядели заголовки. Это товарная категория, которая называлась «тело». То есть товарищи пытались в товарной категории продавать тело. У нас точно так же там были лицо и прочие категории. Вся проблема была связана в первую очередь с тем, что ребята просто не знали, как изменить название этой категории в менюшке в обычной. Вот. И они просто ничего лучше не придумали, как просто называть тело и пытаться как-то продавать. Единственное, что спасало этот сайт, это то, что сайт кое-как выскакивал по товарным запросам, и товарные запросы в принципе продавали. То есть была какая-то продажа. Но, скажем так, продажи из категории товаров, то есть не было абсолютно никакой. Можно сказать, что проблема с заголовками, она в принципе повсеместна и встречается очень часто. Я обожаю, например, нашу LX. Когда ты заходишь на него, и, ну, ты понимаешь, что правильно написанный заголовок в объявлении — это реальный шанс что-то продать. На первой картинке у нас название «Новая 65», то есть человек пытается продать «Новая 65». Но там хотя бы понятно, что это игрушечная машинка, и в принципе в описании есть игрушечная машинка. На втором «Продам срочно за 200 баксов». Ну, я уже не стал тревожить Геннадия Владимировича и спрашивать, что это такое. Ну и так далее. То есть у нас… сейчас, я извиняюсь. У нас проблема с названиями — это очень распространенная. Соответственно, исходя из того, как создана товарная категория или же страница, отсюда тянется проблема в том, что неправильно формируются тайтлы и дескрипшены. То есть если мы просто берем категорию с названием «тело», то точно так же у нас заголовок H1 будет «тело». И в тайтл, если мы его как-то не переписываем, у нас точно так же будет желание продать тело с точки зрения поисковой системы. Неправильный тайтл и дескрипшен
Зачастую эта проблема связана с тем, что пользователи просто-напросто не понимают, как их правильно описать. Или же отсутствует какая-либо шаблонизация, то есть просто не используется шаблонизация. То, что касается дубликатов страниц, здесь можно отнести как реальные страницы. То есть достаточно часто бывает, у нас была компания, которая занималась ремонтами в Киеве, и они создали страничку «Ремонт квартир в Киеве». Дальше была страничка «Ремонт квартир в Киеве под ключ», «Ремонт квартир в Киеве под ключ, цена». То есть по факту это дубликаты страниц, которые, ну, скажем так, не будут нормально ранжироваться. Если мы говорим о интернет-магазинах, то к дубликатам страниц можно отнести и метки товаров в WooCommerce. Дело в том, что если вернуться обратно к нашему интернет-магазину, они использовали метки товаров, и по факту эти метки товаров были того же названия, примерно там для тела, для лица. То есть как таковое это является дубликатами страниц, то есть одинаковые урлы имеют одинаковые заголовки, одинаковые тайтлы. Причем эти метки они не были закрыты от индексации в роботе. Вообще, в принципе, метки как таковые использовать я не рекомендую. Почему? Потому что даже несмотря на то, что вы закроете какой-то URL от индексации, Google это не воспримет как обязательное правило. То есть он может проиндексировать какой-то URL, и на факте вы получите эффект под названием каннибализация поискового запроса, когда в рамках одного проекта несколько страниц пытаются конкурировать по какому-то поисковому запросу. К техническим проблемам. У нас был клиент, который к нам попал, я не знаю, там видно на слайде или нет эту галочку чудную. Ему сделал сайт то ли племянник, то ли сын маминой подруги. Но на этапе создания сайта он забыл убрать галочку попросить поисковую систему не индексировать сайт. После этого этот сайт продвигали еще какие-то SEO-шники до нас. Они всячески пытались продвигать этот сайт, но почему-то у них это не получилось. Мы зашли внутрь сайта, увидели эту галочку, ее убрали, у клиента поперло. Мы сделали просто чудную магию. То есть, ну, достаточно. Также к техническим проблемам можно отнести отсутствие или наличие АМПшки. И, в принципе, ну, я, наверное, не буду спойлерить, поскольку в 17.00 Иван здесь будет рассказывать про Google PageSpeed. Но точно так же скорость загрузки сайта влияет на качество продвижения сайта. Точно так же к ошибкам, мешающим попасть в сайт в топ, является слабая ссылочная масса. Но это мы оставим чуть напозже. Основные задачи, с которыми мы сталкиваемся, это перенос сайтов на WordPress. То есть когда к нам приходит клиент, это общее количество в 37 уже, по-моему, процентов мирового количества сайтов, которые используют WordPress. Мы тоже стараемся дополнять. И в первую очередь мы переносим сайты на WordPress. Почему? Потому что с ним гораздо проще работать. Есть, безусловно, всевозможные сервисы, которые позволяют сделать это автоматизированно. Там с Joomla, с Wix, с Tilda и всего остального. Но, как я сказал, большая часть сайтов, которые к нам приходят, это, ну, по факту, это помойки. Мы просто все это берем, смотрим, как сайт выглядит. Мы делаем новую правильную структуру, изменяем весь контент, меняем урлы, что-то переносим, что-то редиректим 301 редиректом. И по факту создаем новый сайт на WordPress. Некоторые моменты мы используем, скажем так, автоматизированные. По-моему, с NetHouse мы недавно перенесли два сайта. Там вытаскивали картинки, ну, то есть писался это парсер специальным разработчиком. Дальше, когда сайт перенесли или сайт уже использует WordPress, мы занимаемся тем, что мы расширяем функционал. В WordPress это все классно реализовано за счет того, что есть огромное количество плагинов, как платных, так и бесплатных. То, что касается внутренней оптимизации, мы используем просто-напросто Yoast. Есть, безусловно, и другие. Например, вчера мы обсуждали Rank Match. В принципе, тоже классная штука. Но особой любовью у нас все-таки пользуется Yoast.
Также то, что касается расширения внутреннего функционала, то есть ну, какие-то небольшие костыли мы можем допилить для вывода динамического контента. Yoast по факту покрывает все основные проблемы, связанные с внутренней оптимизацией. Ввиду того, что в Yoast есть настройка шаблонизации title и description для всех типов записей, детальная настройка sitemap в последней версии 12.4, там карта sitemap, она или включена, или выключена. Для некоторых проектов мы же используем версию 6.1.1. Почему? Потому что там есть еще рабочие keywords, то есть не фокусные ключевые слова, а именно keywords. Они иногда помогают для некоторых проектов лучше оптимизировать. И плюс сам sitemap можно разбивать, то есть какие типы записей включать в sitemap, какие выключать. Точно так же есть использование робота и правок HTXS, использование переменных и хлебных крошек. Хлебные крошки удобны тем, что их можно беспроблемно переписывать, то есть не нужно доставлять какой-то плагин, который будет дополнительно замедлять сайт. То, что касается переменных, в Yoast очень удобно подставлять стоимость товара, если мы говорим о WooCommerce, и это помогает товарным запросам выскакивать на лучшие позиции, и, соответственно, увеличивается уровень кликабельности по данным сниппетам. И основной плагин, который используется для создания сайтов, ну, понятно, что это WooCommerce. Единственное, с точки зрения SEO, мы сталкиваемся с основной проблемой. У WooCommerce в стандартном решении для категории товаров и для карточек товаров используются префиксы. Это для категории — это продукт категория, для товаров — продукт. По факту, если мы уйдем с этого урла, уйдем на вот эти вот… Не знаю, как тут нажать. Если мы уйдем на вот эти вот урлы, то у нас получится всего-навсего 404. То есть как таковая древовидная структура в WooCommerce, она не предусмотрена. То есть у нас может быть URL… я вообще выключил. У нас может быть вот такой вот URL, shop ноутбуки Asus, но категория у нас, в общем-то, будет всегда с префиксом. В стандартных настройках постоянных ссылок мы тоже много чего не добьемся. Максимум, что мы можем изменить для категории, мы можем переписать название товарной категории, название префикса для категории, но мы не сможем, скажем так, сделать ее тем же урлом, который у нас используется для странички магазина. Для товаров мы можем использовать shop, приставку от интернет-магазина и дальше само название товара. И это, в принципе, это правильное использование. Максимум, что еще дополнительно мы можем туда допилить, это подставить название категории, ноутбуки, предположим. Но опять-таки, если мы уйдем просто на shop ноутбуки, у нас будет опять 404. То есть древовидной структуры как таковой в WooCommerce изначально не заложено. Чтобы все это обойти и сделать нормальные древовидные урлы с точки зрения SEO и за счет этого получать больше трафика, реально это, скажем так, улучшение древовидности урлов, оно улучшает объем трафика по товарным и по категорийным запросам. Для этого всего-навсего надо поставить бесплатный плагин Premier Spermalink. Далее мы создаем основную категорию с урлом shop. Это позволяет абсолютно спокойно все сделать. И к ней привязываем все остальные категории. То есть у нас все остальные категории будут строиться от shop. То есть не от странички, а именно от категории. В настройках плагина для категории мы выбираем полный путь простройки урла, а для карточек мы используем стандартную с префиксом shop, то есть от интернет-магазина. Таким образом, у нас получаются нормальные урлы. То есть у нас получается, ну, предположим, да, там сайт.com, shop, ноутбуки, игровые. И дальше там какое-то название какого-то ноутбука. Это абсолютно безболезненно. И точно так же для самой карточки товара у нас URL абсолютно нормальный. В принципе, не стоит привязывать
к какому-то конкретному, какой-то конкретной категории каждую карточку. То есть карточка все-таки она должна, если у вас ну, основная продажа, ну, скажем так, если у вас основные продажи идут именно по товарным запросам, или же спрос является смешанным, то есть категорийный и товарный, то все-таки ну, необходимо URL простраивать от интернет-магазина. Точно так же всю эту проблему можно обойти костылями и создавать просто-напросто дочерние страницы от Urla Shop. Мы туда выводим, на эти странички мы должны тогда вывести категории через шорт-код. Но на этих страницах получится так, что абсолютно нет никакой фильтрации товаров, то есть вы не сможете их отсортировать. То есть, ну, это максимум решение подойдет для каких-то небольших интернет-магазинов, где нет какого-то органического трафика. То есть задача продать там максимум там, 3, 5, 10 товаров, которые сразу появятся, все эти товары будут отображаться на одной страничке без какой-либо пагинации. Но в sitemap тогда придется убирать категории товаров. То есть урлы как таковые категории, то есть они останутся. И, как я говорил, в последней версии Yoast'а это у вас не получится сделать, придется каждую категорию выключать отдельно. Sitemap в последней версии Yoast'а он абсолютно не настраиваемый. На нашем сайте есть Yoast 6.1.1, в бесплатном скачивании зашли, скачали, используйте. И дополнительно у карточек товара просто необходимо будет вырезать категории, в какие категории, скажем так, входит эта карточка товара. То есть это просто запиливайте в functions PHP, и все это пропадает. Ну, как по мне, второй вариант гораздо более геморный. Вот, и, в принципе, использовать его не стоит. Для рабочих моментов мы точно так же используем WordPress. То есть это то, что не касается разработки или продвижения сайтов. Первое, что мы сделали очень простую форму для SEO-аудита. У нас часто клиенты заказывают SEO-аудит как отдельная услуга. Зачастую это не продается, поскольку есть всевозможные сервисы по бесплатному аудиту сайтов или же просто предложения на рынках для бесплатного аудита сайта. Мы проводим SEO-аудит для клиентов на этапе каких-то переговоров. И эта форма, она по факту она подходит для маленьких клиентов, когда просто необходима дополнительная какая-то ценность клиенту продать, и клиент получает еще полную информацию о своем сайте. В эту форму мы запилили все основные проблемы с сайтом. Как я сказал, то есть они подходят именно для маленьких, поскольку именно на маленьких сайтах все проблемы зачастую они типовые. У нас сотрудник проводит аудит, выбирает, вводит название сайта, который он проверяет. То есть он проверяет через свои сервисы, не через эту форму. Эта форма просто для составления, скажем так, письма для клиента. Выбирает, кому отправить e-mail, выбирает все основные показатели сайта, нажимает кнопку «Отправить», и клиенту на e-mail улетает это список плагинов, которые мы использовали. Для этого абсолютно нет ничего сложного. И клиенту улетает краткая информация и расширенная информация о том, что с сайтом вообще происходит, какие у него проблемы, как это все решить и сколько, соответственно, это денег стоит. Второе, что мы сделали, это свою внутреннюю таск-систему. Она, в принципе, можно сказать, больше для нас, но точно так же мы ее открыли и для клиентов. Это, опять-таки, повторюсь, это все сделано на WordPress с применением вот этих плагинов. Здесь нет ничего сложного. Это все делали даже не разрабы, это все делали SEO-шники, которые далеки от разработки сайтов. Необходимость заключалась в том, что у нас огромное количество клиентов, которые продвигались до нас, они абсолютно не понимали вообще, что делается с их сайтом. Ежемесячно клиент платит деньги, отдает SEO-шникам, а SEO-шники присылают какие-то отчеты непонятные с огромными текстами, параметрами. То есть все это достаточно сложно для понимания. Здесь мы ну, как-то основные какие-то моменты пытались там. Мы опять-таки мы не дизайнеры, то есть ну, что-то пытались мы какие-то элементы из конструкторов сайта выдернуть. Это не Zemis, это все Savada.
И для клиента здесь выводится основная информация, то есть когда сотрудник поработал, что он сделал и сколько на это потратил время. То есть даже если сотрудник поработал, предположим, 5 минут, он это выписывает. Сейчас мы дополнительно в учет времени мы допилили еще одну более расширенную строку комментариев, и там будет указываться, на что конкретно будет влиять это улучшение. То есть улучшения в SEO как таковое там, или правки какие-то в SEO, они сразу эффекта не дают, то есть они дают через время. И, соответственно, пишем, для чего мы это делаем. То есть не просто там поработал там Вася, да, а мы пишем, для чего Вася это делал. Клиенты, в принципе, они понимают вообще, как работает SEO, но, как правило, это понимание сводится к тому, что мы что-то колдуем внутри сайта, да, там убираем какие-то галочки, все работает. Или же просто идем на биржи ссылок и покупаем огромное количество ссылок. Но по факту это так не работает. И требования, которые выдвигаются на сегодняшний день в вакансиях, даже если вы откроете любой сайт по вакансиям, Work.ua, и вы посмотрите, какие требования к SEO-шникам, то вы поймете, что SEO-шник — это достаточно такой, скажем, SEO-джедай, который должен и код править, и что-то как-то с дизайном дружить, понимать, как пользователи себя ведут на сайте, и точно так же заниматься непосредственно самим SEO. В первую очередь, что работает? Работают статьи. Статьи внутри сайта, даже коммерческого, они должны быть. Я бы не сказал, не согласился с Виктором, что блоги надо делать, например, как-то на сторонних площадках. Почему? Потому что статьи работают в двух направлениях. Первое направление, если у вас продающий сайт, вы продаете какой-то товар или услугу, то хорошо написанная экспертная статья, она позволит как-то продать ваш продукт. Второй метод, как работают статьи, они внутри сайта, внутри домена формируют поведенческие факторы. Поведенческие факторы — это комплекс действий пользователей на поисковой выдаче и внутри сайта, которые позволяют поисковым системам оценить сам сайт. То есть поисковые системы по факту частично делегируют свою работу с своих плеч на плечи пользователей этих сайтов. И если поисковая машина видит, что с сайтом хорошо взаимодействуют, читают какие-то статьи, заполняют формы, оформляют покупки, даже если кто-то пытался оформить покупку, но бросил корзину, все равно это качественное взаимодействие с сайтом. И по факту те же статьи, они создают тот же трафик. Поэтому статьи писать необходимо. Что касается линкбилдинга, то линкбилдинг, он не работает, как он работал в 2008-2012 годах, когда все по факту сводилось к размеру кошелька клиента. То есть если клиент приходил и выдавал огромную сумму денег для покупки большого количества ссылок, ну, мы в те годы, собственно, мы не парились. То есть просто заходишь в любую биржу ссылок, набираешь кучу ссылок, вот так просто ты выбрал, там 20 ссылок выбрал, купить, все купились, смотришь, позиции поперли. Да, то есть мы поработали. На сегодняшний день линкбилдинг абсолютно так не работает. И если раньше, ну, не знаю, там на 100 ссылок, на покупку 100 ссылок уходило, ну, где-то минут 20, даже не 20, может, минут 15 в 2008 году, то сейчас, в принципе, на одну ссылку тратится где-то, ну, дней 5 минимум. То есть для коммерческого сайта, чтобы получить какую-то ссылку, ну, чтобы получить достаточное количество внешних ссылок, ну, это уходит, ну, где-то от полугода. В принципе, процесс покупки ссылок как таковой, он должен быть очень растянут. То есть у вас должна быть динамика в покупке ссылок и временная динамика, то есть они должны быть очень плавные. Нельзя сделать эффект того, что к вам сегодня пришел клиент, он вам принес огромное количество денег, и вы на эти огромное количество денег, ну, грубо говоря, располовинили, половину выкинули в работу во внутреннюю оптимизацию, половину выкинули в деньги, половину вы вкинули во внешние ссылки, и эти ссылки, соответственно, сразу увидела поисковая система. Процесс подбора ссылок, он должен быть постепенный, очень плавный, то есть если мы понимаем, что в среднем срок жизни клиента в SEO где-то от года, ну, вот, грубо говоря, то есть мы примерно рассчитываем, какой бюджет ежемесячно будет тратиться, чтобы каждый месяц у нас по какой-то динамике росло количество ссылок. Точно так же к
линкбилдингу, в принципе, можно отнести и дроп-домены. Дроп-домены — это сайты, которые освободились по какой-либо причине. Кто-то их оставил, но нужно понимать, с чем была связана причина. То есть или мы просто забыли, кто-то просто забыл оплатить домен, или же сайт схватил какие-то жесткие санкции, и его просто оставили за нежеланием как-то бороться с этими санкциями. Работа с дроп-доменами по факту строится в двух направлениях. Первый вариант, если сайт в принципе является околотематическим, рядом с вашей тематикой он играет, и его можно просто купить и поставить 301 редирект на ваш основной домен. Через 301 редирект передается часть ссылочной массы, и ваш сайт получает какой-то профит. Но опять-таки не сразу, и получает только частичный. То, что касается PBN, свой сайт действительно необходимо окружать такой вот сеткой. В среднем на один коммерческий сайт, по факту, чем больше, тем лучше. То есть, мы где-то для каждого клиента от 10 сайтов восстанавливаем и создаем такую некую сетку вокруг этого сайта. Очень классно заходят дроп-домены, если они есть в Википедии. То есть в Википедии можно реально находить сайт, на который ссылается Википедия. Мы находим этот сайт, восстанавливаем, каким он был там в 2005-м. В этом опять помогает WordPress, то есть там дизайн очень быстренько повторили. И с этого сайта, на который ссылается WordPress, мы перекидываем ссылку на свой сайт. То есть по факту это получение ссылки с той же Википедии. То есть просто задвинуть свой сайт в Википедию у вас не получится. Это уже проверено 12 часами. То, что не работает. Не работает в первую очередь, как я уже сказал, бездумная и какая-то автоматическая система покупки ссылок. Сюда можно отнести основные ссылочные агрегаторы. Это WizardShape, WebEffector когда-то существовал, SEOpult, там их масса. По факту все эти сервисы, они имеют, грубо говоря, там 10-20 настроек для отбора ссылки. Поисковая система в среднем имеет где-то там около 1000 факторов, как она оценивает ссылку. То есть это не ссылка, она оценивается с точки зрения, она является покупной или не покупной. Но этих критериев, сколько их там, то есть вам никогда никто не скажет, то есть их явно более 1000. И 10 вот этих критериев, которые есть на биржах ссылок, по факту это уже заведомо проигрышная информация, заведомо проигрышная какой-то эффект ожидания того, что эти ссылки сработают. Все внешние факторы, они, в принципе, являются заниженными. В январе 2015 года в Яндексе, потом еще, кстати, про Яндекс расскажу еще одну штуку, в Яндексе появились санкции за накрутку поведенческих факторов. То есть создавались какие-то роботы, которые переходили в поиск, искали ваш сайт. Ваш сайт, грубо говоря, там находится на 11-й позиции. Этот робот проходит по всем сайтам-конкурентам, возвращается на поисковую выдачу, давая тем самым Яндексу информацию о том, что ваш сайт, что сайты конкурентов являются некачественным. А ваш сайт является качественным, и после этого этот пользователь сгенерированный там, или автоматический, он оставался внутри вашего сайта и совершал какую-то конверсию, грубо говоря, или просто какие-то целевые действия, и далее не возвращался к поисковой выдаче. Это был сигнал для Яндекса, и в принципе этот примерно так же работает в Гугле. Но Яндекс начал вводить санкции за накрутку поведенческих факторов. Все это очень быстро и классно работало до тех пор, пока пользователи не начали, те, кто занимались поведенческими факторами, не начали продавать услугу под названием «Забань конкурента». То есть это просто из желания продвинуть свой сайт переросло. То есть можно, зачем продвигать свой сайт, то есть можно тут забанить двух конкурентов, кинуть их в бан где-то примерно там на полгода их бросало, и все, ты полгода как минимум, собственно, снимаешь все сливки с поисковой выдачи. Как я обещал, еще скажу кое-что про Яндекс. То, что касается технической оптимизации, забыл. Сейчас я быстренько вернусь.
То, что касается проблем с технической оптимизацией Яндекса в целом. Мы знаем, что Яндекс сейчас у нас недоступен, то есть он доступен только через VPN. Но реально существуют пользователи, которые до сих пор пользуются Яндексом, и их где-то там, 15%. Что-то я наступаю. Вот, их где-то около 15%. У нас точно так же был еще один интернет-магазин, они тоже занимались косметикой, но те ребята уже были из Запорожья. Они продвигались у других SEO-шников, и те SEO-шники, мотивируясь тем, что Яндекс не работает, они просто закрыли Яндекс.Бот от индексации. То есть Google видит сайт, Яндекс не видит. Но опять-таки, то есть мы за счет того, что мы зашли в Robots и убрали одну строку, мы получили дополнительные 10% трафика. То есть это то, что касается Яндекса и технической оптимизации. И точно так же по факту не работают никакие тренды-кейсы. То есть если у вас стоит какая-то задача продвинуть свой сайт или клиентский сайт, вы дополнительно хотите заработать денег, вы посмотрели какой-то вебинар, и вам там активно продавали какую-то мысль о том, что какой-то новый фактор в SEO работает, и работает очень классно. Знаете, он не работает. То есть ни один SEO-шник вам не сольет свой рабочий какой-то инструмент, который на сегодняшний день работает. Вот. Но то, что касается дроп-доменов из Википедии, мы с Википедии нашли… Они работают, они реально работают. Вот. Мы нашли где-то 10 или даже 15 ссылок. Мы их поставили, и они действительно очень классно помогают продвигать сайт. Причем получилось так, что 10 ссылок мы восстановили сайты. Из них, действительно, под восстановление, не под склейку, пошло где-то 8. И еще один сайт мы нашли, он торгует ссылками из SAP. Причем с самого сайта продаж никаких не было. То есть мы просто купили ссылку, если в SAP торгуется все в рублях, там мы эту ссылку купили, за 20 рублей в месяц. То есть за 20 рублей в месяц мы получили ссылку из Википедии. Уже одна минута. В принципе, можно сказать, что за счет того, что огромная конкуренция в Киеве и в принципе в мире, мы продвигали сайты и по штатам. Там это продвижение выглядит абсолютно по-другому. У них, кстати, прикольно, то есть вот у нас домен, да, там AppMeBiz, чем мы безумно гордимся, там, то есть четырехбуквенный в зоне BIS международный. Нам очень нравится двигать сайты по штатам. У них, примерно 2, 3, 5 слов может быть в одном домене. Все это выглядит безумно. Но это абсолютно другая среда. И можно сказать, что в принципе то, как развиваются сайты, сайтостроение, сколько коммерческих сайтов появляются. Вот этот сайт корейской косметики, это по факту ребята, муж с женой, они просто с Полтавы, прекрасно торгуют. Мы сейчас в среднем в месяц у них где-то, налоговиков тут нету. Они в месяц просто, чуть ли не с табуретки, муж с женой торгуют где-то там, на 500 000 гривен. Там где-то 25% у них чистого дохода. То есть ребята просто создали сайт. И обратились к нам. За счет того, что растет такая конкуренция, можно сказать, что до Луны, продвинуть сайт — это действительно как дотянуться до Луны. И, в принципе, у меня астрономия как таковая, она является моим хобби. И в ходе одной из поездок во Вроцлав, в Польшу, я попал на выставку, и там есть кусочек Луны, который прям вот можно взять, потрогать. Так что до топа дотянуться не так уж сложно, как и до Луны. Вопрос? Добрый день. Добрый. Спасибо за интересный доклад. Скажите, пожалуйста, используете ли вы в своих методиках рич-сниппеты или фичер-сниппеты? Если да, то техническую сторону. Можно узнать, это плагины или как вообще это работает? Спасибо. Честно, скажем так, мы не используем. Я все. Девушка еще первая. Первым.
Я извиняюсь. Вообще, в принципе, то есть, ну вот, rich snippets, и мы, кстати, часто очень сталкиваемся еще с такой тенденцией, когда до нас кто-то двигал сайт, и там просто ну, какие-то ну, вот, инстаграмные безумцы, которые, например, в title, в description пытаются напихать emoji. Да, то есть оно, может быть, увеличивает какой-то там фактор кликабельности на поисковой выдаче, там улучшает привлекательность сниппета, но выглядит, честно, то есть, ну, это просто как румынское порно. Здравствуйте. Сталкивались ли вы с мультисайтами и есть что-то особенное там в Robots, нет, не в Robots, а в сайтмэпе для мультисайтов или может не сталкивались? Я скажу так, то есть мы сталкивались, но пытаемся от этого отходить. Вообще, в принципе, с ними несколько сложнее работать. Даже, например, то есть, если брать, предположим, то есть просто мультиязычный сайт, то зачастую проще сделать, например, два разных сайта на двух языках, то есть нежели в одном сайте что-то пилить. То есть точно так же, ну, понимаете как, то есть у нас в команде 8 SEO-шников плюс 2 девочки-копирайтера. Остальную какую-то работу, что связано с какими-то внутренними правками, то есть мы отдаем на аутсорс. То есть что-то мы поломаем, то есть нам это встанет в копейку. А VPML не помогает для мультиязычных сайтов в SEO-продвижении? Проще, вот честно, то есть проще сделать два отдельных сайта. Хотя, как бы, с одной стороны, да, то есть, ну, сейчас как бы я сам себе противоречу, потому что в одном сайте тогда у нас копятся поведенческие факторы, но ну, здесь, скажем так, вообще, в принципе, в SEO, то есть нет какого-то единого инструмента, как вот было раньше, да, вот как мы двигали сайты в 2008. То есть заходишь на топовые сайты, анализируешь глубоко эти сайты, смотришь, что у них сделано. Например, там куплено там 300 ссылок, ага, то есть надо купить 302, вот, и ты будешь в топе. То есть примерно так оно работало. Сейчас это так не работает, то есть и каждый сайт, ну, по факту это надо… Если он уже использует мультисайт, ну, понятно, что мы его переносить не будем, ну его нафиг. Ну, и еще один вопрос. Вы используете Yoast SEO, и у вас платная версия или бесплатная хватает для всего? Бесплатная вообще с головой. И причем, кстати, версия 6.1.1. Почему? Потому что, ну, вот как я говорил, если мы, например, используем… формирование интернет-магазина через дочерние страницы, то есть нам на каждую страницу придется выводить шорт-код, но категории товаров у нас какие-то остаются. То есть да, они там будут называться, не знаю, там можно назвать их как угодно, то есть мы их все равно будем скрывать. Но в версии 6.1.1, то есть можно в принципе просто вот категории товаров выключить и не вносить в карту. В 12.4, вот в последней версии, то есть там так сделать нельзя. То есть, ну, может, как-то можно, то есть, может, мы тупые. Можно еще вопрос? Mm-hmm. Вот как бы я то, что читал по поводу SEO, сейчас на Западе стало очень модно микроразметку использовать. Да. Нам для товаров, для адресов. Насколько это эффективно, по-вашему, использовали ли вы это? По факту, ну, грубо говоря, все зависит опять-таки от индустрии. То есть вот, скажем так, если массово все начнут это использовать, то точно так же, скажем так, ну, использование микроразметки, то есть оно будет давать какие-то плоды. То есть точно так же, если мы говорим, например, о скорости работы сайта, ну, не обязательно, например, добиваться там 100 из 100. Почему? То есть это как в анекдоте с медведем, да, там, с какой скоростью надо убегать от медведя? То есть надо бежать не быстрее медведя, а быстрее своего друга. То есть вот точно так же и здесь. То есть если все будут использовать микроразметку, абсолютно там в каждой нише там будет использована микроразметка, тогда как бы ее есть смысл использовать. У нас, я не могу сказать, что прямо бутиковая студия, да, и там мы берем, в принципе, то есть вообще на любой бюджет сайты и с любых стран, то, не знаю, то есть, ну, делали что-то с микроразметкой, то есть, да, она там помогала, то есть, ну, нельзя сказать, что это панацея. То есть, в принципе, ни один из факторов, которые используются для продвижения сайта, например, там, написание статей там, информационных, то есть, если мы там возьмем какой-то коммерческий сайт, не знаю, там, по установке окон, напишем там 3000 статей, как правильно ставить окна, то это не даст, скажем так, коммерческого прироста. Точно так же, если мы там накупим огромное количество ссылок. То есть все должно быть в комплексе. Это, ну, скажем так, не рулетка, то есть там поставил на черное, сработало. Так, еще маленький вопрос. Вот как бы, да, есть метатеги, там их эффективность очень разная, но то, как бы
так как у нас западные заказчики, они очень часто требуют, там, чтобы были правильно настроены Open Graph, метатаги, Twitter, карт и так далее. Там их целое море. Насколько, опять же, это зависит от рынка, насколько это может быть эффективно? Мы работали с Индией, то там действительно, то есть вот нам приходилось, то есть все это работать, ну, с этим работать. Но опять-таки, да, то есть это все от рынка, то есть от ниши. То есть даже, скажем так, в каждой нише, то есть, ну, если, грубо говоря, то есть мы там специализируемся, например, там, на каких-то строительных сайтах, то нельзя сказать, что новый клиент будет продвигаться теми же там, какими-то методами, там, теми же ссылками или еще чем-то. То есть все каждый раз по-разному. И еще вопрос. Скажите, пожалуйста, мобильные SEO, такие технологии, как AMP, или показ новостного блока вверху, или те же карусели, какие технологии, вот вы считаете, они вообще работают, и какие технологии лучше применять? Как по мне, собственно, то есть, ну, во-первых, да, WordPress, они в принципе все имеют адаптивную верстку, необходимо использовать AMP. Сейчас работает Mobile First Index, наверное, уже для всех сайтов. И, ну, если как бы у сайта нет мобильной адаптивной версии, то, ну, это просто крах. Но Responsive — это одна тема, а AMP — это другая тема. Это как бы полностью заново созданный сайт с другими технологиями и урезанным функционалом. Мы просто все врубаем. Что? Просто ставим плагин, врубаем, все работает. Где-то то, что мы там не можем как-то что-то допилить, то есть мы просто привлекаем разработчиков и делаем AMP. И второй вопрос. Скажите, действительно ли вот полностью валидный HTML так важен для SEO? Вообще да. То есть почему? То есть, во-первых, сам пользователь, ну, пользователи часто, если, например, ну, вот, в Гугле нет такой штуки, как WebVisor, то есть она осталась в Яндекс.Метрике, там видно, собственно, как пользователи взаимодействуют с сайтом. То есть видно, что пользователь удаляет кусок урла, там, ну, например, то есть забыли, там, тормознули, да, там, не сделали крошки. То есть пользователь хочет вместо крошек использовать просто вот навигацию, то есть для того, чтобы уйти там, на категорию ниже. То есть он уходит и наталкивается на 404. Можно это просто там, взять, например, сделать 301 редирект. То есть, ну, это такой вариант очень ленивый. То есть лучше все-таки, чтобы все было настроено правильно. То есть это недолго, то есть на самом деле, то есть поставить плагин Primers, вернее, этот Primers Permalink, там это занимает, не знаю, ну, минут 5. И мы получаем правильную структуру. Вообще, да. Вот мы, например, недавно помогали информационному проекту. Я не знаю, почему, собственно, но у них часть статей, собственно, то есть она была создана через страницы. Перенесли в записи, что-то перенесли в кастомные записи, и там где-то трафик поднялся, где-то упал. То есть как оно воспринимается? То есть, понимаете, как бы, когда работает разработчик, то есть он понимает, что он делает. То есть он пишет вот этот код, он получает вот это. То есть, ну, если он не работает, значит, ты там в какой-то строчке, и ты дурак. То есть перепиши, перепроверь, собственно, и ты понимаешь. SEO работает примерно следующим образом. То есть мы едем по хайвею, но только с задом наперед. То есть мы только там, грубо говоря, через сегодня, например, мы пошли, купили ссылок, там что-то улучшили на сайте. Через 4 месяца мы увидели вообще, что у нас там произошло. То есть как это повлияло на наша 4-месячная работа. Вот, и, соответственно, у нас по факту все правила от поисковых машин, то есть они говорят там, улучшайте качество своего сайта. То есть, ну, эта фраза вообще ни о чем. Да? То есть, ну, мы улучшаем. Вот, там, покупать ссылки нельзя. Мы не покупаем. Вот. По факту это работа, которая растягивается на длительный срок, что нам, например, нравится, да, то есть, ну, длительная какая-то работа с клиентом, плюс эта оплата по факту не разовая, а ежемесячная, в среднем это год, что тоже удобно, то есть тебе клиент каждый месяц что-то платит. Вот. И через, ну, вот минимум через 4 месяца заметны какие-то изменения с сайтом, то есть что мы сделали правильно, что мы сделали неправильно, что сработало, что не сработало. Здравствуйте, спасибо за доклад. Я помню вас с 2016. Да. У меня такой следующий вопрос. Например, если клиент отказывается, говорит, нету бюджета, да, какой алгоритм действий ваш и как бы правильно было бы, то есть отпускать клиента и прекращать SEO? То есть, вот. Классный вопрос, то есть я понял. Вообще, кстати, вот у нас такая как бы
У нас, скажем, какая-то такая внутренняя борьба, например, с маркетологами. Если здесь маркетологи, я не хочу никого абсолютно обидеть. Но когда, например, мы слышим, там, показатель ROI вырос там, на столько-то процентов, это все, ну, как бы важно, классно. То есть, ну, как бы ни был классно составлен отчет, по факту любой бизнес, он для себя сам как-то оценивает, то есть ему вообще оно надо как бы или не надо, то есть оно ему приносит какую-то пользу или нет. То есть если клиент объективно уходит, ну, говорит, что вот нет денег, например, там, вот мы в этом месяце, там, ну, грубо говоря, там ничего не продали, и, соответственно, то есть нам, ну, некак заплатить. Во-первых, мы не используем какие-то арендные ссылки, да, то есть, вот, то есть мы используем ссылки в принципе как таковые, то есть, но мы не используем арендные. То есть ту работу, которую мы делаем, как бы, да, то есть нам больно отпускать клиента, то есть при том, что мы там стараемся делать качественную свою работу, показывать всю открытость через таск-систему, там, общение с клиентом чуть ли не 24/7. Но если клиент уходит, как бы мы его отпускаем. То есть, ну, такое, в принципе, бывает редко. То есть, бывает, но за счет того, что мы делаем, или, например, если это ссылки, то это вечные ссылки. То есть мы ему купили эти ссылки с ним остаются. Ну, понятно, что они не на всю жизнь, да, там. То есть, ну, грубо говоря, там 2-3-5 лет, собственно, они там провисят. Плюс эти ссылки, они защищены там от снятия. То есть, если ее сняли, денежку вернули. Те внутренние правки, которые мы сделали по сайту, то есть они остаются с клиентом. Рано или поздно у него что-то улучшится. Там, грубо говоря, мы месяц поработали, месяц как-то улучшили сайт, прошло еще 3 месяца, эти правки как-то изменили поисковую выдачу, у него пошла какая-то торговля, то есть, ну, он вернется к нам. Не вернется, то есть, ну, что-нибудь другое допродадим. Скажем, там, давайте, собственно, на меньшую сумму. Хочешь попробовать, там, можем на меньшую сумму сработать. Здравствуйте. У меня вопрос. Можете ли вы выделить какие-то типичные ошибки разработчиков, которые влияют, негативно влияют на SEO, ну вот кроме невалидного кода, который вам приходится исправлять в результате? Ну, не знаю, можно ли отнести, например, вот это к разработчикам, да? Ошибки абсолютно разные бывают. То есть вот бывают, то есть, ну, вот вроде вот это делали ребята, то есть, которые вроде понимают, да, собственно, как делать сайт. То есть, но категории товаров, которые должны продаваться, там, корейская косметика для тела или там, корейская косметика для лица. Мы сделали основные работы, и они, по-моему, сейчас даже на 15 или на 12 позиции просто по запросу корейская косметика. Часть каких-то запросов этот сайт обогнал Брокарт и Мейкап. То есть в основном, где девочки, да, там отовариваются. Вот, здесь какую-то одну единственную ошибку не выделить. То есть, ну, вот это можете зафоткать. Вопрос. Очень такой, мне нужен совет. Допустим, у меня есть возможность разместить линк с нужным мне текстом или там тайтлом, или альтом на большом количестве сайтов, очень сильно крутых по PageRank и так далее. Как мне правильно это сделать? Я говорю о копирайте в футере, mm-hmm. который мы ставим тупо SVG-шкой, без альта и без тайтла, 10 лет. И, по-моему, пора это поменять. Сейчас в Гугле выпустили, по-моему, новый атрибут для ссылок. Есть ссылки с атрибутом sponsored. Не, я не хочу sponsored. Почему? Ну... Они, кстати, даже, то есть, если мы поставим sponsored, или, например, мы поставим no index, или там, например, поставим атрибут no follow, даже no follow принесут пользу. Что мне делать с SVG-шкой? Мне правильно прописать alt или title, или. Ну, то есть текста нет. У меня вот логотипчик. Но у меня, кстати, тоже SVG-шка. Так и что там правильно прописать? Не знаю, я просто, ну, просто alt поставил, прописал и все. Там. Работает? Да. Ну, alt хотя бы, как да. минимум. Создание продвижения сайтов. И что, вы в топе? Не. Тогда у меня к вам совет. Поменяйте что-то. Не, чтобы, например, вот продвинуть сайт по продвижению сайтов, то есть, ну, это вообще утопия. То есть там надо, я не знаю, сколько там денег вкинуть. Мне жалко. У нас в основном работает или сарафан, или же там что-то там, какую-то часть для поиска клиентов мы бросаем в контекстную рекламу, что-то в социальных сетях работает. А так, ну, как бы, да, эта ссылка там висит, то есть, ну, что-то оно там помогает сайту, то есть, ну, как бы, я не отслеживаю.